Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю обозревать тему Woodmart. Это урок 51. Мы продолжаем разбирать именно сейчас виджеты от темы Woodmart. И сейчас в этом видео очень интересный, многим полезный будет виджет, который мы рассмотрим. То есть я нахожусь в режиме редактирования главной страницы через Elementor. Добавляю новую колонку. И здесь во вкладке «Виджеты и элементы» от XThemes, да, мы находим в самом низу практически вот его иконка, пиктограммка этого виджета. Не переведен на русский язык, но как только мы его перенесем, мы увидим красоту. И это можно использовать бегающую строку в любом месте на сайте, по сути. Очень крутая штука, можно снабдить ссылками. И давайте посмотрим, какие есть вариации. Во-первых, скорость. Вот здесь вот, да. Ставим 1 очень быстро. Ставим 15, чтобы была хорошая читаемость. Направление менять, чтобы двигалось слева направо, да. И есть там туда-сюда двигается реверс и в другую сторону. Очень полезная штука, если вы хотите разный текст использовать и чтобы человек мог более внимательно прочитать, при наведении должна быть пауза. Вот здесь у нас есть такая кнопка. Вот я мышь навожу, и текст останавливается. Мышь отпускаю, текст опять бежит. Очень крутая штука. На мобильном устройстве тоже, в принципе, она будет смотреться в рамках мобильного устройства. Дальше. Идет вкладка «Содержимое». Раскрываем вкладку, видим этот текст, да? Меняем на свой. К примеру, демо-магазин. Просто одно слово. Теперь я могу вот здесь вот назначить ссылку на этот текст. И даже использовать изображение к этому тексту. Могу либо свою картинку загрузить, либо вот здесь у нас есть вкладка «Иконка». Выбрать иконка и из списка иконок выбрать что-нибудь. Вставить. Вот видим иконочка рядом с текстом. И если мы добавим, мы же можем добавить разный текст. Добавить элемент. Там магазин 2. Тоже ссылку повесить, вторую ссылку на второй текст. И одна и та же иконочка будет к разному тексту, либо ко второму тексту. Я могу добавить что-то свое. Вот, вы видите, мой логотип подгружен к тексту. Очень крутая штука, очень гибкая. Вы видите, все можно настроить. Отступы между текстами можно настроить в стилях, цвета, типографику. Очень-очень полезная штука. И используйте это на своих сайтах. Это позволяет привлечь внимание. То есть рекламная строка ваших потенциальных клиентов, какой-то дополнительной, возможно, акции на сайте и тому подобное. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно, сайт долго грузится, вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные
и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram.